Севастополец получил 2 года за экстремистский комментарий. 40-летний Игорь Мовенко из Севастополя получил 2 года за экстремистский комментарий во ВКонтакте, несмотря на то, что обвинение просило об условном сроке. Защита мужчины подаст апелляцию на неоправданно жесткий приговор. По данным Интерфакс, в 2016 году Мовенко оставил комментарий по группе «Крым – это Украина». Сам осужденный считает свой пост шуткой, в которой призыв направлен в никуда. В связи с этим адвокат севастопольца Оксана Железняк назвала лингвистическую экспертизу сообщения ошибочной. «Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв», – пояснила она. Защитница также рассказала, что до истории с комментарием Мовенко был избит бывшим беркутовцем за наклейку украинского батальона «Азов», запрещен в России. Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, после чего Запад ввел против Москвы санкции. Украина до сих пор считает полуостров своим, хотя президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что вопрос закрыт. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. Всего доброго и до новых встреч!